Папа Римский посетил музей на месте бывшего нацистского концлагеря в Освенциме. Это произошло по просьбе самого понтифика. Франциск пешком пересек ворота с надписью «Труд освобождает». И после этого он опустился на ближайшую лавочку и на несколько минут погрузился в молитву. Папа прибыл в Польшу с 15-м апостольским визитом для участия во Всемирных днях католической молодежи. На территории концлагеря предстоятель встретился с группой бывших узников лагеря смерти и помолился у стены смерти. Там фашистами были расстреляны несколько тысяч человек. Понтифик также вошел в барак номер 11. Он печально известен тем, что там размещался лагерный карцер, где содержались ожидающие казни. Здесь он вошел в камеру, где провел последние часы польский священник, святой мученик Максимилиан Кольбе. Будучи узником концлагеря, он добровольно пошел на смерть ради спасения от казни незнакомого ему человека. Визит понтифика в Освенцим прошел в молчании. Франциск принял решение не произносить здесь речей, а только молиться.